не один год. Ну, то есть, наверное, светскому человеку, ну и вообще сложно представить, вот как вот праздник, он может проходить, ну, просто вот с компота. Наверное, это сложно, потому что, ну, действительно, и псалмопевец, говорю, вино веселит сердце человека, ну и прочие цитаты есть, которые говорят о том, что вино, в принципе, оно, в нем ничего нет плохого. Наоборот, вот радость какой-то, счастье человек ощущает. И даже действительно раскрепощается больше, может вот как-то открыться, возможно. Ну, вы знаете, печально, если только лишь радость и счастье человек воспринимает только через употребление спиртного. Это на самом деле признак нехороший. Если люди общаются и способны общаться, адекватно оценивать ситуацию и общаться, и находить общие интересы, общие какие-то беседы, разговоры, не употребляя спиртное, то это замечательно. Вот в этом и есть как раз радость общения. Вот. А то, о чем вы говорите, что это странно, это может быть непонятно, нужно просто попробовать. И поверьте, это ничем не хуже, а даже лучше, чем любые беседы, которые имеют какие-то определенные, значит, которые мотивированы употреблением, допустим, спиртного. Вот это все прекрасно и замечательно. И поверьте, что в этом нет никакой необходимости для полноценного, нормального, дружеского общения.